молитва за Израиль сейчас здесь. Ветка освещает путь. Нет, это как припев, наверное. Мы 2000 лет ее храним. Будем мы снова народом свободны на Сионе в Иерусалиме. А теперь наш вариант. Наш вариант. В сердце не угаснет Хануки огонь, потому что Ханука, Бог показал, это священный огонь, который, ну, как Духа Святого, который горит в нас. Также на слова ходили. Сердце не угаснет Хануки огонь. Будет стремиться, то есть не еврейская, а христианская душа. Будет стремиться Богу на Сион, в землю отцов, где Машиах будет с нами. Нам хатиква, там нам надежда, а тут уже мы. Нам хатиква, хатиква освещает путь. Сердце мы всегда ее храним. Будем всем народом Божьим на Сионе, когда придет Иешуа. Услышали? Я забыла, как вас зовут. Андрей, услышали? Будем все мы народом Божьим на Сионе, когда придет Иешуа. Ну да, но тут надо срифмовать. Ну надо подрифмовать, да, я понял. А потом наш, наш вариант. Батюшка. Ну. Да, я обычно не люблю, когда я руку. Знаете, что это крест всегда, крест. И руки крестовые. Сразу пусть лучше крест, чем руку мне дает. Хороший всегда вариант. Гаек сразу от руки. Я так это же понял. Подержи, пожалуйста. Католики туда руки тянут, да? Гаек и от крест сразу берет. Как-то связать. Еще. И песня еще вот эта вот. Вся земля так долго. Да, и песню мы споем. Вот это. Творение для тела Христова. Там в конце у нас перед тоже на мелодию Хатиква. Да. Призыв к этой молитве 12 до часу. Да, да, вот да, это да, тоже. Да. Это будет замечательно. Заключение. Наоборот, давайте с ним начнем, потому что это... Да, потому что мы призвали к молитве. Да, 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 призвали к молитве как да, раз. Да, хорошо. Поддержите, пожалуйста, это я спрячу. Так. Время уже, потому что почти пол первого уже. Да. Ну, я вот, думаю, что никто не придет, значит, мы сами должны молиться за Израиль. Молитва за Израиль. Так, сейчас, секундочку, здесь я включу по новой.